Ну а мы продолжаем, рубрика New Day Games. И сегодня, ребята, как раз уж у нас четверг, все разговоры про кино. Сейчас будет аж 100 фильмов зашифровано в картинке, а ребята по очереди должны будут их находить. Жень, а ты куда отверто скидывал? Игрушка! Подожди, игрушка, по очереди. Я вижу. Игрушка! Я ненавижу! Где? Я ненавижу вот такую. Той, да, вот, посмотрите. Той – это фильм «Игрушка». А это что, «Играй как Бэхэм»? Подожди, вы по очереди, ребята. Сейчас Вовин выставит. Ну, вон там что-то этот. Не, Вова, давай ты найдешь фильм, который ты понимаешь, что его название, что это за фильм. Да, вот, «Такси». Хорошо. Лена? Это вопрос. Вот, это «Играй как Бэкхэм» есть такой фильм? Да. Это правда, да? Да. Прикольно. Это как его? «Сумерки»? Где? Вон за танцами. За волки. Танцами? Где Нет, «Сумерки»? Нет, вот они. А, «Волки», это «Волки», да. Ауф. Это «Сумерки», да? Как? «Сумерки». Ну, конечно. «Сумерки». Так, дальше. Стоп, вы что, не помните этот фильм? Смотри, это «Заводной апельсин», но Нет. я сначала... А, ну вот, желтенький вот с этим. Но я сначала подумала, заводной что, «Заводной апельсин», дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это, ну, про игрушки. История игрушек? Да, да, да. История игрушек. Ну, а старые игрушки, исторические, история игрушек. Это «Танго в Париже», да, вот этот вот мужчина с женщиной? Да, Вова. «Танго в Париже»? Да, есть такой фильм. Ой, я думал, другой фильм. Ну что там? Ну давай подскажу тебе, вот это что у нас? Ну «Пила», конечно. А какая? Вторая. Часть «Пила 2», да. Это вот там все первые клипы «Глюкозы». Где? Где? Где «Доберман»? Нет, нет такого фильма. Да-да-да. Это просто «Доберман». О! «Доберман», ты угадал. Я увидел. Так. Так. Кто следующий? Я запутался. Получается, Лена. О, это вон «Охотники за привидениями». Это, кстати, «Такси» было. Это было не «Такси», это было «Охотники за привидениями». Плавательное средство. «Титаник». О, господи, смотри, вы «Титаник» не заметили. Посмотрите, здесь у нас какие замки? Это «Алладин». Воздушные замки? Воздушные замки. Смотри, птицы, это «Хичкок птицы», может быть. Да, пусть будет. «Хэнкок». «Хичкок». «Хичкок». Самолет. А вот тот Санта-Клаус, видишь, наверху летит. Это Гринч, который украл Рождество. Точнее. Видишь, вот, да. Жень, походу, пора на это ответы. В общем, смотрите, 100 фильмов, мы отгадали примерно 8, осталось 92. Это мы сделаем уже с вами за кадром. Сегодня у нас боевая ничья, вы молодцы. Чё-чё, а фильмов вы посмотрели много. Осталось столько же книжек почитать. Идем дальше, рубрика «Акцентология». Уже Лена нас посвятит немножечко в мир моды.